Шереметьево открыли международный терминал С после реконструкции. Его строительство длилось с весны 2017 года. Инвестиции составили 32 миллиарда рублей. Площадь нового терминала составляет 127 тысяч квадратных метров. Это примерно 18 футбольных полей. Оформление выполнено в духе традиций русского конструктивизма. Например, крыша напоминает самолет с эскизов Якова Черняхова. Пропускная способность терминала С составляет 20 миллионов пассажиров в год. Тем самым пропускная способность самого аэропорта увеличится до 80 миллионов пассажиров в год. Это новые потоки туристов, которые, я уверен, между рейсами будут проводить свой досуг у нас в Солнечногорье, прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. В Подмосковье назначен новый министр здравоохранения. Областной Минздрав возглавила Светлана Стригункова. Ранее она занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области. На этом посту Стригункова сменила Екатерину Огневу, которая исполняла обязанности министра с ноября 2019 года. До этого Светлана Стригункова с мая 2015 работала первым заместителем министра экономики Московской области. Лекцию о сохранении здоровья спины и всего организма в целом прочитали посетителям Центра «Активное долголетие». Александр Ращупкин, тренер, инструктор по плаванию и общей физической подготовке, рассказал слушателям о происхождении боли в спине, их возможных последствиях для здоровья, а также о том, какие действия можно предпринять для профилактики заболеваний. Обращаем внимание, что лекции и занятия в Центре «Активное долголетие» проводятся бесплатно. Двери центра открыты для каждого жителя округа пенсионного возраста.